Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой карты в честь Дня Матери. Да, ребята, в это воскресенье, 8 мая, у нас будет День Матери, поэтому не забудьте поздравить свою любимую маму, ребята, лайк, кто любит свою маму. И также, потратьте всего лишь на меня одну секунду, я больше ничего не прошу, ребята, это очень мало, одна секунда, чтобы поставить один лайк. Я даю вам всем свое слово, если мы с вами наберем 2500 лайков на вот этой серии, я завтра же выпущу продолжение какой-то другой карты, да, то есть прохождение другой карты завтра, ребята, завтра, на следующий же день, поэтому, пожалуйста, не поленитесь, поставьте лайк, это для меня очень важно. Также подписывайтесь на мой канал, ребята, каждый подписчик для меня как друг, можете рассказать об этом видео своим друзьям, скинуть им ссылку, сделать репост на странице ВКонтакте и также оставить свой комментарий, потому что я читаю ваши комментарии. Да, ребята, и сейчас мы тянуть не будем, я одеваю свои наушнички, чтобы слышать, что у нас тут будет происходить. И, ребята, мы будем что-то делать. То есть, я не буду ничего тут читать, ребята. Мы просто сюда нажмем, чтобы начать игру. Да, я надеюсь, что все будет работать. Мама, подойди сюда. Это мамин день. И с предыдущего Дня Матери я делал какой-то телепортер. Мама меня спрашивает. Что ты мне хочешь сказать? Что это такое? Я... С маминым днем, мама! Мама спрашивает, что это сегодня? Ты мне даже об этом никогда не говорила, я про это даже забыла. Да, это сегодня, мама. И помнишь, ты хотела съездить в Францию? Да, я хотела съездить в Францию, но, к сожалению, мама, я не смог это позволить себе, потому что нету денег, чтобы купить себе путевку. Но вместо этого я сделал телепортер, мама спрашивает. Телепортер? Реально? И как он работает? Я, мама, редстонер, просто зайди в этот телепорт, и он... Тебя куда-то тпшнет. Это же работает на свиньях и на тебе должно сработать. Да, это работает. Опа. Похоже, эксперимент с телепортом не очень удачно прошел. Если моя мама то ли умерла, то ли куда-то телепортировалась, и телепорт перестал работать. Мама... Ты где, мама? Так, что нам нужно сделать? Нужно проверить Redstone, то есть что у нас пошло не так с телепортом. Что у нас такое? Если посмотреть вокруг, то можно заметить то, что Redstone схемы сломались после взрыва телепорта. И мне нужно пофиксить это все, чтобы вернуть свою маму домой. Но у меня нету необходимых нам ресурсов, поэтому мне нужно отправиться в город и добыть нужные нам ингредиенты. Что нам нужно? Нам нужно один редстоун, повторитель, редстоун факел, редстоун блок и также липкие поршни, ребята. Нужно вернуть свою маму домой. Ребята, напишите в комментарии, любите ли вы свою маму. Нужно любить, мама это святое, ребята, я надеюсь, что все меня поддерживают, не забудьте поздравить маму в это воскресенье, ребята, я свою поздравлю, и вы также свою поздравьте, потому что мама это святое, ребята, лайк, кто согласен. Но, что нам нужно, у нас, что тут есть такое, кого ты хочешь попросить, чтобы дал тебе редстоуна, то есть у нас тут есть 5 человек, или что это такое, чтобы забрать у них редстоун, потому что нам нужно 5 ингредиентов, чтобы отремонтировать свой телепорт и забрать маму обратно. Кто у нас есть? У нас есть фермер, у нас есть кузнец, у нас есть пекарь, у нас есть воин и также у нас есть охотник за сокровищами. Давайте начнем слева направо, как обычно, как мы читаем, да? Пускай будет фермер первый. Привет, у тебя есть редстоун? Да, у меня есть редстоун, но ты нужен для меня что-то сделать, чтобы я дал тебе редстоун. Да, я сделаю, это в моих интересах, мне же нужен редстоун носатый. Что мне нужно? 80... Что мне нужно? Быстро. Короче, нам... Да вы издеваетесь просто, у нас уже время, ребята, идет. Смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно собрать эту всю пшеницу. Я быстренько что-то там прочитал, что там было написано. У нас 80 секунд было, чтобы собрать вот эту всю пшеницу. И сейчас эта пшеница уже не так-то... Офигеть! Ты с ума сошел, носатый? Носатый, ты с ума сошел? Тут же столько пшеницы, то что хватит, чтобы накормить, не знаю, пол Китая. А ты хочешь, чтобы я это все собрал для тебя за 80 секунд? Да ты нахрен с ума сошел, честное слово. Офигеть! Чувак с ума сошел! Он хочет, чтобы я это все собрал за 80 секунд. Что там было написано? То, что в первых 7 слотах нашего инвентаря должны быть стаки вот этой пшеницы, а в 8-м слоте инвентаря нужно, чтобы было только полстака пшеницы. Ты с ума сошел, чувак! Ты реально с ума сошел! Разве у меня нет уже полстака? Точнее, разве... Сколько у меня уже?
Сколько у меня уже? Так, это сюда. Это 4, 5, 6. Офигеть, ты с ума нафиг сошел! Ты с ума сошел! Сколько? Офигеть! А это все... Я не успел, ребята! Я не думал, что ты будешь таким медленным, как улитка. Хорошо, я попробую еще раз. Ребята, офигеть, он над нами издевается. Нам нужно это все собрать. Он на приколе. Он на приколе. Но во второй раз у меня уже намного больше опыта, чем в первый. Поэтому мне кажется, то, что я очень даже отлично продвигаюсь. И мне кажется, то, что за 50 секунд в предыдущий раз... я ничего еще не сделал. А сейчас у меня остается 50 секунд. И я, ребята, уже практически это все поле вырезал и забрал всю пшеницу себе, которую, к сожалению, нам нужно сейчас будет вернуть нашему носатому. Давайте, ребята, давайте. Что у нас есть? Быстро! Быстро, 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 быстро. Это еще все собрать нужно, не забывайте, ребята. Это еще все собрать нужно и потом расставить в нашем инвентаре, потому что он что-то там хочет, чтобы в первых 7 слотах у нас было... одно количество пшеницы, потом другое количество пшеницы, потом еще какое-то количество пшеницы. Пожалуйста, 10 секунд! 10 секунд! Так, сейчас, еще вот это, еще вот это! Так, это сюда, это сюда. Все! 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 Ты идиот! Так, 64 стака в первых 7 слотах и 32 стака в 8 слоте. А у меня было не 32, не стака, 32 пшеницы. У меня было не 32, а больше. Значит, именно нужно, чтобы было 32? Бред какой-то. А если я больше собрал, то тебе же не плюс? Ладно, бред какой-то реально. 18 секунд, мне нужно 32 штучки. 32! Пожалуйста, я не хочу еще 35 раз проходить вот эту карту. Так, вот, 32. Все. Да! Значит, ну, зараза носатая, подлая. Значит, мне действительно нужно было именно 32, ни меньше, ни больше. Офигеть. Ладно, ребята, не будем тянуть, отправляемся сразу к кузнецу. Здрасте, кузнец. Привет, чувак, у тебя есть редстоун-повторитель? Да, у меня есть, но только для чего? Это мамин день, это для мамы. Да, конечно, у меня есть повторитель, я тебе дам только после того, как ты достанешь мне мои вещички с моих сундуков. Что тебе нужно? А в каждом everything, то есть мне нужно все, что находится в сундуках. Но не беспокойся, там только 10 вещей. Ага, только не забудь. Не забудь посмотреть за сундуками, потом за двумя сундуками сзади сундуков, потом сзади сундуков еще сундуки, и потом... Чего? Так, как я понял, за... Да, смотрите, ребята, сзади сундуков есть еще сундуки. Вот, ага, я понял, что он имел в виду. И, как я понял, ребята, нам нужно найти 10 каких-то... Вот, первая, вторая... Третье. Нам нужно найти 10 каких-то предметов, которые он спрятал в сундуках. И сейчас, ребята, мы посмотрим. Офигеть, 4. Вот прикольно это сделано. Вот смотрите, сундуки за сундуками, потом еще сундуки за сундуками сундуков. Так можно вообще себе голову сломать, пока это объяснишь кому-то. И нам еще нужно 2 предмета. Один, последний, пожалуйста. Что я сделал? Я что-то одел? А, все, все, носатый. О-о-о. То есть я привел тебе все, что нужно было, и сейчас отдам мне повторитель, и он действительно нам отдал даже 2 повторителя. Нифига себе. Круто, круто, ребята, круто, очень круто. О, кстати, хавчик. Хавчик нужно покушать. Еду нужно кушать, как бы это странно не прозвучало, потому что у нас уже голод, ребята, появился. И сейчас мы отправляемся в третье наше путешествие к пекарю, да? Привет, носатый. Привет. Чем я могу тебе помочь сегодня? Привет! Я хотел знать, нету ли у тебя липкого поршня? Он мне очень бы пригодился. Конечно, у меня есть. Но я тебе помогу только после того, как ты мне поможешь. И что я должен сделать? Что мне нужно сделать? Мне нужно сделать 20 тортов. И только после этого он даст мне поршень. Перед тем, как ставить... торт на блок золота, выкинь торт на землю и только после того поставь. Так, ладно. Ребята, кто помнит рецепт торта? Кто вообще его помнит? Я знаю, какие ингредиенты там есть. Там есть, конечно же, сахар. Там есть, что тут у нас есть?
Конечно же, тут у нас есть, давайте вот так поставим. Тут у нас, конечно же, есть пшеница, тут курицы, да, курицы тоже нам нужны для яиц. И молочко, да? Да, молочко тоже. Нифига себе, сколько у тебя вообще столько молока помещается, а? Но какой рецепт? Какой рецепт? Я помню то, что вроде все по три нужно. Все по три, потом или яйцо и два... Да, вот, ага. Ты издеваешься? И нам сейчас нужно сделать 20 вот таких тортов? Да ну нахрен. 20 вот таких тортов? Да ты издеваешься, да я буду тут сутки сидеть и вот это все делать. Офигеть, они просто прикалываются надо мной. 20! Ребята, они издеваются. Они просто издеваются. Ладно, 5 я уже сделал, это уже неплохо, ребята. 5 я уже сделал. И что мне нужно выкинуть? Да, ага, мне нужно выкинуть на землю перед тем, как поставить. И, как я понял, ставить нам нужно 1, 2, 3, 4, 5. Еще 15 штук. Еще 15 штук. Дай я тебе еще надаю. Офигеть, ребята. Это будет очень долго и, наверное, очень нудно. Да. И мы ставим еще плюс 5 тортиков. Вот так. И сейчас у нас осталось еще 10, ребята. Мне сейчас нужно сделать еще 10 тортиков. Я прям сейчас офигею. Сколько вообще в этой корове помещается молока нафиг? Она что, бездонная? Ну, еще 10, ребята. Еще 10. Вот смотрите, как я делаю. Я делаю вот так, сразу ставлю 5. Все тут по 5, тут тоже по 5, и вот так продолжаю вот это все делать. То есть, как вы видите, это, в принципе, очень долго, а для вас это пару секунд, но я действительно долго этим всем парюсь. И последние 5 тортиков. Как ты меня достал, пекарь? Нифига себе, зачем тебе столько тортов, я не представляю. Офигеть, кого ты хочешь накормить? У тебя что, 10 свадеб будет в один день проходить? Это просто офигеть. Ну, наконец-то, ребята, я это все сделал. И сейчас нам нужно вот это выкинуть и поставить наши последние торты вот на вот эти золотые блоки. Все? Да, все, замечательно. Хорошая работа, держи свой поршень. Спасибо. Все так просто. И у нас, ребята, осталось еще два. Двое. Еще двое. Еще двое. Так, привет, боец. Что-то я думаю, то ли с кем-то мы биться будем. Привет, у тебя есть блок редстона? Да, у меня есть блок редстона. Но ты уверен, что ты хочешь его получить? Что ты имеешь в виду? Ты должен пройти мою тренировку. И если ты пройдешь, только тогда я дам тебе блок редстона. Хорошо, я сделаю все, что я смогу. Здесь будут некоторые правила. То есть тебе нужно выжить от волн зомби. Если ты получишь меньше, чем пол... жизней, то есть если у тебя будет... Что он сказал? Если я уменьшу свое здоровье наполовину, то есть если у меня будет половина сердечек, если у меня будет половина сердечек, то я, ребята, проиграю. То есть мне... Офигеть! Я даже не могу позволить, чтобы меня ударили, потому что я проиграю, если... Офигеть! Офигеть! Ты издеваешься? Действительно? Да их тут столько, как я должен выиграть и ни разу не умереть? Точнее, даже не то, что умереть, это еще намного хардкорнее, потому что я даже не могу, чтобы меня ударили, и чтобы у меня было половина сердечек. Да их тут столько, то что я с ума сойду. Они все... Так, так, хорошая работа, ты справился, держи свой блок редстона, спасибо. Если я даже их не убил, как я прошел этот уровень? Ну ладно, ладно. Я возмущаться не буду. Для меня же лучше. Я уже думал, ни хрена себе, сколько я зомби вообще буду этих убивать. И последний, ребята, уровень. Спасем нашу маму. Мама, мы уже за тобой идем, не переживай. Охотник за сокровищами. Ва! Надеемся. Привет, носатый. Носатый. Привет! И ты не должен быть здесь. Тут могут быть ловушки. Мне было интересно, нету ли у тебя случайно редстоун факела? Нет, у меня нету, но я знаю, где он может быть. Он может быть вот там. То есть вот тут, в этих сокровищницах. И что нам нужно? Стой, не шевелись. Здесь могут быть ловушки. А вот я что-то для тебя приготовил вот в этом сундучке. Выстрели в...
А, вот, выстрели в кнопочку. Ага, значит, мы попали в какую-то сокровищницу нафиг. Все, сейчас я могу двигаться, спасибо. Я думаю, жопа бы мне тут была, если бы я так подвигался. Но все же, что нам тут нужно? В какую кнопочку стрелять? Так. Ты умер! Круто! То есть нам... Нам путь нужно угадать! А нифига себе, я уже до сюда пришел. Так, ладно. Прямо-прямо, влево-влево. Прямо... Прямо... Прямо? Ни хрена себе! Так, прямо-прямо, лево-лево. Давайте так, ребята. П-п-л-л. П-п-п. Будем вот так учиться. А сейчас, сейчас. Влево. Нет, значит, прямо-прямо, влево-влево, прямо-прямо-прямо, вправо. Да. Прямо-прямо, вп. Право. Как бы это написать? Как бы это написать, потому что... Давайте вот так будет, да? Вот так. Сейчас прямо? Нет, нет, значит не вот так. Офигеть, сколько я вот это угадывать буду? 1, 2, 3, нет, твою мать, а. Прямо-прямо, лево, лево, прямо-прямо, прямо, право, вправо. Так, значит еще раз вот так нужно. Еще раз вот так нужно сейчас. Прямо, прямо. Нифига себе, я уже, ребята, до сюда дошел. Это все нужно запомнить, потому что это офигеть как будет долго. Давайте влево, влево, о-о-о, в-в, влево-влево, и давайте еще раз. Угадал. Так, ребят, вы думаете то, что... Да, вы думаете, я бы запомнил это, вот это все, даже если бы я проходил карту до того, как записать? Я ее не проходил, это во-первых, а во-вторых, я бы это не запомнил, потому что это нереально какая-то комбинация. Прямо. Нет! Значит, там прямо будет и, наверное, вправо, да? То есть, давайте еще раз, ребята. Прямо-прямо. Твою мать. Ребята, я уже до сюда дошел. Прямо. Прямо. Значит, вот так. Так, сейчас. Давайте вправо. Так, замечательно. Прошел. И сейчас. Я не знаю. Прямо. Нет! Мне опять вот это все проходить нужно. Но хотя бы, ребята, вот смотрите, как я уже быстренько прохожу, потому что я вот это уже более-менее запомнил. Сейчас вот сюда, вот сюда, вот сюда. Потом прямо. Прямо. Вправо. Вправо. Прямо. Нет! Там, значит, еще раз вправо нужно, твою мать! Прошел! Нифига себе! Так, что это за книжечка? Это, наверное, последнее испытание или что это такое? Скелетон, зомби, паук и крипер. Так, что за хрень? На следующей странице ты найдешь какую-то загадку, но там не хватает букв А, Э, И, О и У, которые были взяты оттуда. Сможешь ли ты получить ответ? Have green skin, имеет зеленую кожу. А, все, если зеленую кожу. А, нет, зеленую кожу может иметь и крипер, и зомби. Имеет зеленую кожу. Вот тут загадка, ребята. Имеет зеленую кожу и... То есть тут не хватает букв, и нам нужно угадать, где букв не хватает и какие это буквы. Have green skin and have no arms. То есть имеет зеленую кожу и не имеет рук. Сейчас я 100% уверен, что это крипер, потому что если зеленая кожа у зомби и также у крипера, то без рук у нас только крипер. Зомби имеет руки. Да! Хорошая работа! Что в сундуке? В этом сундуке что? Что? Нифига себе, это чертов редстоун факел. Но он называется факел херубрина. Это меня немного настораживает, то, что это факел херубрина. Ладно, отправляемся домой. И иди домой, иди в дверь. Идем.
И сейчас нам нужно это все разместить, ребята. Вот так. Вот так. И что? Вот так. Что нам нужно поставить, ребята? Что нам нужно поставить? Помести блок редстона перед тем, как ты поместишь факел. Давайте. Да. Повторитель. Давайте повторитель. Куда я могу повторитель поместить? Может быть размещен на блок угля. Вот так. Да. Сейчас. Поршень. Может быть размещен на блок лазурита. Place piston. Ага. Давайте. Да. Надеюсь. Сейчас. Редстон может быть размещен на блок золота. Вот так. И редстон факел, факел херабрина может быть размещен на блок алмаза. Помести редстон факел перед тем, как ты поместишь редстон блок. Не, после того, ага, ну я уже поместил. Я сейчас удивлюсь, если с портала вылезет не мама, а мы засумоним херабрина. Пожалуйста, пожалуйста, только бы это была мама. Так. Я думаю, это опять работает. Я должен позвать маме, чтобы она вернулась назад. Ты должен позвонить маме и... Да! Это мама! Мама, это ты? Мама! Это я... Да, это не херабрин. Мама, как было твое путешествие? Это было удивительно, Эдисон. Спасибо тебе за то, что ты... Спасибо тебе за то, что ты поздравил меня в День Матери. И вы, ребята, также не забудьте поздравить свою маму в День Матери. И что тут написано, ребята? Ага, то есть правильный ответ был. Я имею зеленую кожу и также не имею рук. Ну, как я, в принципе, и предполагал, не get too close, то есть не подходи слишком близко, или я сделаю твой дом бум. То есть, да, это был крипер. И, ребята, мы в такой красивой радужной комнате, где не хватает света. Но все же, ребята, мы будем заканчивать. Большое спасибо вам за просмотр. Оставляйте лайки, если вы любите свою маму. Не забудьте ее поздравить. И также, ребята, если мы наберем 2500 лайков на вот этой серии, завтра будет прохождение новой, такой же крутой карты. Если, конечно, вы хотите видеть мое видео, проводить со мной больше времени. Каждый день, ребята. То ставьте лайки. Набираем 2500 лайков, завтра выйдет новая серия, я вам просто обещаю. Одна секунда, чтобы поставить лайк, это очень мало. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик мой друг. Также можете оставлять свои комментарии, потому что я читаю ваши комментарии. И также делитесь этим видео со своими друзьями, я также скажу большое спасибо. Спасибо тем, кто смотрел это видео до конца. Ты! Приходи на мой канал завтра, потому что завтра выйдет новое видео. Я каждый день вас тут жду. Не ленитесь, ребята. Эдисон всегда вас тут ждет. Поэтому приходите. Я буду всегда этому очень сильно рад. Ребята, большое спасибо еще раз вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Не хвореть, как я сейчас хворею. Болею. Болею. Не болеть. Не болею. Все, пока.